Итак, сейчас нахожусь у метро «Чистые пруды». Сегодня совершу прогулочку по Чистопрудному бульвару. Ясный апрельский денек. Ну, как солнце скрылось. Не особо ясно. Здесь вот 3-39 трамвай ходит. И Аннушка. Зимой я на нем ездил. А, это второй выход, да? Памятник Грибоеду. Чистопрудный бульвар. Говорят, плохие люди отраву кладут и дают собакам, чтобы они вот так кушали и умирали. Сейчас хочу дойти до Чистого прудика. Я не была.
Я просто шла. Миша, скажи мне, почему ты такой умный? Давай по новой, Миша. Да. По-моему, 39-й трамвай метро Университет. На нем я ездил зимой. Так. Так, что тут у нас есть?
Еще не растаял.
еще не до конца даже растаял. Так, ну вот и весь Чистопрудный бульвар. Так, сейчас я... Мне что-то телефон там немножко заглючил. Не хочешь распознавать, где я нахожусь? Ходим сейчас дальше, идем Покровский бульвар. Третий трамвай. У нас Покровский бульвар. Так, ну а я сейчас смещаюсь туда, в сторону Покровского бульвара. Там я пойду по Хохловскому переулку, на Иванскую гору, короче. Но это уже в следующей серии будет. Вот я прошел по Чистопрудному бульвару. О, и так уже почти 22 минуты. Я думаю, минут 20 максимум будет. Телефончик убрать.